Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень классную, очень интересную вкусняшку к чаю. Друзья, не буду задерживать ваше внимание, начинаем готовить, поехали. Нам понадобится небольшая миска, в нее сразу отправляю творог, творога здесь 200 грамм. Также отправляю сюда сразу же 2 яйца. Также добавляю 2 ложки сметаны. 4 столовые ложки сахара. Щепотка соли, 50 грамм сливочного масла комнатной температуры. С помощью блендера взбиваем все до однородной массы. Хорошенечко взбил блендером и добавляю пшеничную муку. Количество муки примерно 1 стакан. Хорошенечко размешиваем. Вот таким вот густым должно получиться у нас тесто. Также понадобится примерно чайная ложка соды. Гасим уксусом. И быстренько, хорошенечко перемешиваем. Также использую ванильный сахар. Нам понадобится 10 грамм. И также понадобится 100 грамм грецких орехов. Я их слегка раздробил. Также добавляем к тесту и снова замешиваем до однородности. Теперь беру силиконовую форму и заполняем до половины, можно даже чуть-чуть меньше. Отправляю в духовку, выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 20 минут. Вот такая вкусная ароматная краста у нас получилась. Завариваем чай и, конечно, пробуем. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.